Одним из основных направлений стратегии развития Сакского военного клинического санатория имени Николая Ивановича Пирогова является оптимизация и внедрение инновационных технологий санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Для внедрения инновационных информационных технологий в лечебно-диагностический процесс сформированы два офиса регистраторов на 4 рабочих места в помещении основной базы санатория и 2 рабочих места в центре медицинской реабилитации. Основой работы офисов является программный модуль «Медицинский диспетчер» на основе информационной системы 1С управления санаторием. Модуль предназначен для быстрого и удобного выбора времени прохождения назначенных процедур, составления оптимального графика лечения для каждого пациента с полным перечнем всех назначенных ему процедур и указанием времени их приема, составленной по дням на весь период лечения. Для успешного проведения программ санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в санатории применяются инновационные лечебные технологии. Дистанционная ударно-волновая терапия с помощью аппарата БТЛ-5000. Лимфодренажная прессотерапия с помощью аппарата БТЛ-6000 лимфостим. Низкочастотная магнитотерапия с помощью аппаратов Мультимаг, Калибри Эксперт, магнитотерапевтической установки Магнитотурботрон. Включает совокупность методик применения низкочастотных, постоянных, переменных, импульсных, бегущих, сложно модулированных, вращающихся магнитных полей. Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна с помощью аппарата Вантрон. Бесконтактный массаж с помощью кушетки Акваспа. Методика гравитационной нейромышечной активации с помощью установки Экзарта предназначена для снятия болевого синдрома и восстановления объема движений в позвоночнике и суставах. Методика щадящего вытяжения и разгрузки позвоночника с помощью системы Детензор. Кислородотерапия с помощью барокамер нового поколения. Основные преимущества. Не требуются баллоны с кислородом, среда внутри камеры не горит, позволяет находиться в барокамере в одежде и с мобильными устройствами. Дистанционная электромиостимуляция с помощью беспроводного миостимулятора «Интеллект Мобил» позволяет совместить активные упражнения с электромиостимуляцией. Сочетанная магнитоинфракрасная лазерная терапия с помощью аппарата «Милта» позволяет оказывать лечебное воздействие импульсным лазерным излучением, непрерывным светодиодным излучением ближнего инфракрасного диапазона оптического спектра и постоянным магнитным полем. Методика сочетанного воздействия бегущим магнитным полем и бегущим инфракрасным излучением с помощью аппарата «Транскраниум» позволяет реализовать лечебное воздействие как на центральную нервную систему, так и на любую зону поражения. Методика монофакторного и комплексного воздействия с помощью аппарата «Моатос» позволяет проводить 4 вида процедур. Процедура монофакторного воздействия бегущим магнитным полем как центральной нервной системы, так и любой зоны поражения, процедура монофакторной транскраниальной электростимуляции и процедура сочетанного воздействия транскраниальной электростимуляции и магнитотерапии. Технологии инновационной бальнеотерапии включают в себя вихревые минеральные ванны нижних и верхних конечностей, подводный минеральный душ-массаж, минеральные углекислые ванны с помощью сатуратора, аромабальнеотерапию с помощью ароматических минеральных ванн, парафитоуглекислые минеральные ванны с помощью микропроцессорной многофункциональной ванны. Ванна позволяет сочетать от 2 до 4 физических факторов и проводить 3 вида ванн – параминеральный, парафитоминеральный и парафитоуглекислые минеральные ванны. 4-камерные ванны с помощью микропроцессорной гальванической ванны. Ванна позволяет проводить 2 вида процедур для верхних и нижних конечностей. Гальванические минеральные ванны с постоянным непрерывным током и гальванические минеральные ванны с постоянным импульсным током. Методика полисенсорного воздействия на нижние и верхние конечности с помощью центрифуги Акварол позволяет проводить комплексную сочетанную процедуру динамического бальнеомассажа, рефлекса и прессотерапии нижних и верхних конечностей. Подводное вертикальное вытяжение позвоночника в минеральной воде с помощью микропроцессорной тракционной системы позволяет проводить вытяжение всех отделов позвоночника, включая шейный, в положении стоя или сидя. При этом усилие вытяжения задается компьютером и может автоматически поддерживаться на протяжении всей процедуры. Горизонтальное вытяжение позвоночника в минеральной воде с помощью микропроцессорной многофункциональной ванны позволяет проводить сочетанную процедуру вытяжения позвоночника и вихревой массаж с помощью компьютера. Альфа-массаж с помощью СПА-капсулы позволяет проводить паровую сауну с ароматерапией, инфракрасную сауну, полноспектровую селективную хроматерапию, вибромассаж, подводный душ-массаж, вихревой гидро- и аэромассаж, душ-виши, музыкотерапию. Методика полисенсорного воздействия с помощью капсулы позволяет проводить комплексную сочетанную процедуру индивидуальной гало-, термо- и музыкотерапии. Методика комплексной психотерапии с помощью аудиовизуального программного комплекса «Диснет» позволяет проводить сеансы психологической разгрузки и мобилизации, а также тестировать текущее состояние пациентов.
Антистрессовая психофизиологическая система сенсориум с помощью кресла нулевой гравитации позволяет проводить вибротактильную фото и бинауральную стимуляцию. Методика аэроионотерапии с помощью аппарата AeroVion позволяет проводить биоуправляемую аэроионотерапию как в монофакторном режиме, так и в режиме сочетанного воздействия с психологической разгрузкой, фото- и бинауральной стимуляцией, галотерапией, фитоарома- и музыкотерапией. Методика биорегулируемой динамической механотерапии с помощью аппарата SpyLiner реализует возможность эффективного лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, периферической нервной системы и различными соматическими заболеваниями. В аппарате предусмотрена наглядная диаграммная визуализация свойств элементов опорно-двигательного аппарата в реальном времени и результатов проведенного лечения. Аппарат имеет 27 автоматизированных программ, адаптированных для лечения пациентов широким спектром соматических заболеваний. Методика продолжительной пассивной механотерапии суставов с помощью инновационных аппаратов серии Artramod предназначена для восстановления утраченной способности к движению, увеличению моторной функции и предупреждению двигательных осложнений после инсульта и травм. В Центре медицинской реабилитации применяются инновационные методы трехэтапного восстановления двигательной активности после церебрального инсульта, спинномозговой травмы, тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. На первом этапе применяется методика вертикализации с помощью вертикализаторов KinesoExpert. На втором этапе применяется методика гравитационной нейромышечной активации с помощью кинезотерапевтической установки Exarta. На третьем этапе проводятся тренировки вертикальной позиции с помощью методик восстановления равновесия и тренировок баланса и координации с помощью тренажера с биологически обратной связью «Балансмастер». Восстановление подвижности нижних конечностей с помощью многофункциональной лестницы с электронной регулировкой высоты ступени «Альтерстеп». Имитации процесса ходьбы с помощью тренажера «Имитрон». Компьютеризированная роботизированная локомоторная терапия с биологически обратной связью с помощью системы СЛТ является инновационным, безальтернативным методом для реабилитации тяжелых больных с травмой спинного мозга и рассматривается как последнее мировое достижение в области восстановления ходьбы. Таким образом, Сакский военный клинический санаторий имени Николая Ивановича Пирогова располагает широким спектром инновационных технологий для проведения программ санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.